Доброго времени суток, вы на канале Europlay, у микрофона Виват. Мы продолжаем наше приключение Сталкер Тень Чернобыля в рамках рубрики Старое Доброе. И это снова мы, а это X-16. Молодец, Меченый, ты таки добрался до лаборатории. Для нас крайне важно изучить установку, которая там находится. Попробуй ее отключить, чтобы мы смогли ее исследовать. Послушай, Меченый, прототип не сможет долго защищать от сильного излучения. Я предусмотрел такой случай, поэтому когда ты попадешь под сильное воздействие, включу на таймер. Когда время истечет, прототип перестанет тебя защищать. Будь осторожней и не забывай про таймер. Да ладно, вы что-то я про него забыл. Так, это текстурный. А, вот один. Вот вторую гранатку я вообще все-таки приватизирую. Стоп. Один раз был вроде бы с дробовиком. Нет, или не показалось. Ладно. Да, был. Вот дробовик. Но патрошек ты не выкинул. А жаль. Я слышу снорка. Тайник мне здесь не выпал с хорошей пушкой. Ну ладно. Сделаем вот так. Да, вы. Здрасте. Так, вон там должны быть снорки. Так, аптечку. Эти звуки обрушения, это, конечно. Так, гроза не в этом туалете. Тихо, тихо. Ребятки, сейчас я к вам выйду. А, ну да. Сверху. Да ты попадать сегодня будешь или как? А то меня в первую попадут. Вот так. Ножка есть? Ножки нет у тебя. Теперь тоже. Так, ну еще гранатка. Ну давай, возьмем. Уговорил. Так, здесь должна быть жарко. Вот здесь, да, и вот здесь. Где ты будет? Так, у меня на винтовке закончились. Отлично. Вот. Тихо, не надо так резко. Ящики. Патроны. 9x39, отлично. Так, не текстурный у нас, вот ты. Так, обидчиков возьму чуть-чуть. Вот ты не текстурный. Вот зомби здесь все с гранатами ходят. Все остальные текстурные. Перезапишемся. И погнали.
Интересный у них костер, конечно. Кто-то неудачно на него, наверное, сел. Еще патроны. 9 на 39. Вот эти ящики, если поразбивать, их много всяких вкусностей. Снорки. Гавкают. Так. А вот еще вот этот. Вроде все. Еще вот с этой стороны. Где-то там есть, а? Это рядом. Я тебя пропустил, что ли, или это? Я думал, это за спиной. О, ножка есть. Не за спиной, а за стенкой. А они здесь сидят. Ну-ка, перезапишемся, схожу, проверю. Поставлять. Ну ладно. Научные аптечки. Еще что-то. Не напугали. Так, ладно, перезаписались. Та-та-та. Так, это с МП-5 был. Высочен буду. Ясно, ваше оружие провалилось под это, под текстуру. Да. Жаль. Весьма жаль, ладно. Еще один живой есть, как минимум. Ну, одного точно прибило. Так. Ты где там? Надо вот это снять. И вот это повесить. Вот так, голову. Ствол. Так, сейф номер 5. Лапки нету, тебя жаль. Ага, идет сюда. Чем ты у нас там был? ЛРК? Нет, ЛРК мне не нужна. А можно кого-нибудь с калашиком? У меня просто патроны к нему есть с тобой. А, ну в принципе, 3 патрона на ЛРК. Я просто здесь потом ее оставлю. Потом ушибка-то. Не лутаюсь. Давай, где там? Мочи, мочи, я здесь. Да-да-да, ура. Перезапишем прям этот же сейф и погнали. Внимание, критическое излучение. Немедленно покиньте опасность. Да-да-да, сейчас покину, подожди.
Еще раз. И погнали. А то есть внимание, вылетит. Критическое излучение. Немедленно покиньте опасную зону. Бежим, бежим, бежим. Ну, дергайся. Так вот, тут в ящике броня и лут прочее, в общем. Но это не сейчас. Сдохни ты уже с трясучкой этой. Вообще-то я вас стреляю, Все, лут потом собираем, в первую очередь отключаем. Даже перепишемся. Так, сейчас сон посмотрим. Объяснил, зачем ты идешь туда. И как тебе удалось сделать эту фотографию? Ты даже не представляешь, где я был и что я там видел. Ох, стрелок, лучше не лезьте туда. Держись, сынок. Я о тебе позабочусь. Все будет хорошо. И куда ты теперь? Север. На север. Так, отлично. Посмотрели сон. Пойдем добьем зомбей. Залутаю. Схожу вниз, потом подлутаюсь. За кадром. В общем, здесь, вот в этом месте, есть вот такая броня. Средняя. Но, тем не менее, у вас было с собой плохо, это можно и тут менять. И еще одна бронька. Это вот такой оранжевый костюмчик. Есть он вот в этом ящике. Вот здесь один ящик стоит. И рядом бронька лежит. А вот здесь ящик еще стоит. И в нем оранжевый этот. Но я их здесь оставлю. Просто наверх перенесу, покажу. Здесь можно собрать. Ну а сейчас мы встретимся с мастером бесконтактного боя, вторым за прохождение. Привет, Петрович, ты опять в похмелюге?
Все, успокоили. Так, вот здесь станем. Вот это и вот это я здесь оставлю, хотя перекину себя во временно на оранжевый, потому что у меня усилило состояние такое себе. До момента, пока не выйдем. Ага, вот. Да чтоб ты зацепишься или нет. А, я уже поднял. Вот здесь в туалете лежит. Вот такая вещица. Гроза. И патронов. А в смысле я тебя еще не убил? Ну тогда я тебя по стволам угощу. Ты где там? Главное, он спрятался там. Где же ты, стрелок? Черт. Я даже, пожалуй, вот так сделаю. Как бы мне пригодилась сейчас их помощь. Вернусь задание, обязательно найду проводника на кордоне. Он там частенько бывает. А через него выйду на доктора. Если стрелок все еще жив, то доктор точно знает, где он. Да. Ну, это потом. Сейчас иду один. В эту чертову миссию в подземелье. Васильев не в счет. Он только обуза, которую придется оберегать. Васильев в последний момент струсил. И вместо того, чтобы отключить нижние пульты, просто сбежал. Когда открылась дверь, не надо было на него полагаться. Правильно, стрелок. Не доверял этим лживым сукам. Мой единственный шанс добраться до двери раньше контролера. Так, ну ладно, послушали сообщение. Можем выдвигаться на янтарь. Вот в этом месте у нас, прежде чем мы прыгнем в подземку янтаря, можно забрать патроны к грозе как раз таки. В этих ящиках. Целая пачка. Вот только последний ящик никак разбирать не хотит. Во. Так, что у нас тут есть? По итогу 500 патрон под грозу. Так, вот это мне не надо. Лапку я оставлю, снова я его отдам. Сейчас, наверное, по цикличному квесту Сахарова. Ну ладно. Встретимся в подземке янтаря. Вот мы и в подземках янтаря. Здесь у нас будет еще встреча с псевдогигантом и пачка смоков. Тайник не какой-нибудь выпадет. Ой, тайник в машине. Это не то, что бы хотелось. Это не тот, который с этим, с экзоскелетом. Ну ладно. Сохранимся. Сокращенно подземка. Ян 001. Погнали. Так, вот за этой трубой будет снорк. А в смысле? Вот так вот. А то притворился он тут, что не погиб, ага. Так. Зомбированные, да, пошли зомбированные.
Так, где-то здесь еще Снорглов был. Да, вот он. Еще зомбированные. Так, и вот здесь должен уже появиться малыш. Индастридос. Здесь тоже все спокойно. Что у тебя было интересного? А у тебя? Пушки все с гранатками. Я думаю, ящиками не будем заниматься. Лапку есть у тебя? Нет, лапки нет. Вылазим, кстати, руин. Заглянем к сладкому и в бар. Нам еще на карту найти. Беготня в основном осталась. Встретимся у Сахарова. Прототип. Да-да, ой, простите. Это он должен говорить, но он почему-то ушел. Запоздала катсцена здесь работала. Ну ладно, это я бывает. Я тогда наперед убежал. Поэтому все сейчас отстал и срабатывает. Давай иди сюда, старый рыч. Так. Часть тела Снорка. Давай. По поводу заданий, 2500, научная аптечка. Глаз плоти у меня нет. Уникальный комбез. Можешь правду тебе отдать. Забирай. Комбезон SP99. Зелененький, да? Да-да. Нет-нет. Подожди, давай. Вот. Вот это тебе. Вот это все забирай, пожалуйста. Да-да. Так. Я там 9 на 9. 9.39. Что у тебя не делают в продаже? Ладно. Это был этический вопрос. Колбасу надо купить. Сожрать. Что у тебя там, Грай? Ай! Да-да? Занимайся добычей артефактов там. У тебя 45-го нету там в продаже? Нет-нет. Ну и ладно. Короче, удачи. Дело оставаться. Я пошел. Бар. Да-да? Здорово, у меня теперь такой же комбез. Ладно. Включись на дикой территории, если там будет что-то интересное. Мне просто там нужно дробовик забрать и автомат. Ну, конечно, мне просто так пройти не дадут. А собачек-то тут много. А может подставитесь? Я вам там... А подожди, у меня же обычные гранаты есть? Есть. Привет. Вот
там точно кто-то будет. Как много здесь собачек. У него джишка или ЛР-ка, судя по звукам. Обе весьма скорострельные. Мастера уже пошли. Опа, у тебя 45-й. Отлично. Двое. Ну, эти с ЛР-ками были. Медуза у тебя была. Тайник за деревом. Так. Напихали мне этих заданий, которые мне не шибко-то нужны. Ну ладно. Сейчас выполню их. За кадром их выполню, сбегаю за наградой и уже потом встретимся в баре. О, видали, кого здесь встретил? Сидит, обнимается. С вагонами. О, еще и щупало есть, а у тебя хвостик. В общем-то, здесь нужно еще вот тайники собрать. Ух ты. Ну ладно, я кое-что здесь оставлю. Бандосы потянулись. Там их норки сейчас еще покосают. Судя по звукам, уже грузит. Хотя, давайте-ка я расстреляю. 5.56. Затем тайником, наверное, особо смысла привозить нет. Ладно. Ног дробовик здесь. Да, дикая территория, веселое место. Или ты стрелять будешь, или я стрелять буду. Так, здесь же тоже должен быть артефакт. Ага, вон он лежит. Ладно, но эти артефакты уже барменам будем продавать. Собственно говоря, я в баре. Сейчас потрещим с барменом. Может, даже зайдем в гости к Долгу. И пойдем на кордон. Для того, чтобы встретиться с проводником. Именно это действие влияет на получение правильной концовки. Так как некоторые игроки, да, и в бутный свой, когда я только начинал, я игнорировал тот факт, что нужно возвращаться на кордон. И шел сразу на армейские склады, на радар. Тут у нас еще будут тайники, но сначала мы поторгуем.
сделаем. 100% здоровье. Здорово. Погоди, не задерживайся. Все как всегда. Так, ружо, держи свою. Ну, еще разок помянем. Бармен, привет. Ну что, меченый? Держи. Значит, все, что ну. По поводу задания еще и флешку. Ну что, дружище, как она? Так вот эти артефакты ты тоже забери. Знаешь, что, Элэку забери тоже. Хотя нет, патроны все-таки не буду отдавать. Пока их сюда скину. Одну грозу оставить, вторую забрать. Все это пока выкладываем. Подходи, сталкер. Для таких, так, иди сюда, я тебе еще кое-что продам. Вот этот артефакт. И вот этот артефакт. Вот это пока здесь оставлю. Солдаты, блин, тоже. Это тоже можно здесь оставить. Гранатки. Тирады. Подходи, сталкер. Для таких, как ты, у меня всегда есть кое-что интересное. Опять сапожище хреновое подсунули. Что у них, совсем совести нет у этих. Так, сейчас пройду здесь, пособираю тайнички. И зайду в гости к Догу. Надо задание сдать. Так, этот я не стал забирать. Тайник. Уничтожение лагеря. Забрать награду висит. Это у долгарей. Проходи, не задерживайся. Ой. Так, а вот. Ну ладно, этим потом автоматом займемся. Надо будет снять гранатомет. Лишнее с собой не таскать. Здорово. Блять, территория для чужих закрыта. А мне можно. Все, дай пройти. Так, Петренко заглянул. Здоровенький торгаш долговский. Че у тебя там по работе? Не-не-не-не-не, со свободой я ссориться не буду, сам иди. Ничего интересного. Пабди я тебя точно покупать не буду. Ушатать оружие махну. Пару пачек патронов возьму. Воронину загляну. Здравствуй, брат. Привет, генерал. Говори, зачем пришел. По поводу задания. На гранатомет можно, в принципе, сейчас. Ля-ля-ля. Ладно, возьму сейчас, но выполню потом. Сейчас только встретимся с проводником. А встретимся с проводником уже в следующей серии. Наверное, так. Да. Поэтому подписывайтесь, ставьте лайки. Встретимся в следующем видео.